страйкбольный Маузер 712 на Грингазе в комплекте с чехлом-прикладом. Интернет-магазин «Попади в десятку»! Эта модель изготовлена из металла, а ее корпус хорошо обработан. За основу был взят пистолет Маузер 712, который эта страйкбольная модель в точности повторяет. У пистолета есть система Blueback, и он сам себя перезаряжает, но для первого выстрела курок нужно будет взвести вручную. Без патронов в магазине затвор пистолета становится на задержку. Предохранитель здесь находится рядом с курком. На левой стороне корпуса расположен переводчик огня с автоматического на одиночный. На нем есть предохраняющая клавиша. Целик, как у оригинальной боевой модели, может настраиваться на разную дистанцию – от 50 до целых 1000 метров. А мушка у пистолета неподвижна. Особый интерес здесь представляет деревянный приклад кобура. Она может пристегиваться к рукояти пистолета, а по нажатию на клавишу открывается крышка, под которую пистолет можно убрать. Изнутри кобуры видно, что на самом деле она пластиковая, как и накладки рукояти у пистолета, но сделаны они при этом весьма качественно. На кобуре есть ушко, чтобы крепить ее за ремень. Соединение пистолета с прикладом проходит быстро и легко. При этом они надежно защелкиваются и не рассоединятся в неудобный момент. Магазин пистолета рассчитан на 20 страйкбольных шариков, а грингаз заправляется в него же. Масса пистолета 650 граммов, его длина 292 мм, а длина ствола 134. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.